Бизнес-новости на 29 января. Первое. В российских аптеках стремительно сокращается ассортимент дешевых препаратов до 100 рублей. Второе. Роспотребнадзор запустил новый сервис для получения свидетельства о государственной регистрации продукции. Третье. Московский экспортный центр запускает зарубежные деловые мероприятия для московских производителей, которые заинтересованы в выходе на внешние рынки. Четвертое. Участниками специального административного района на острове Русском в Приморье уже стали 67 компаний. С более подробной информацией о новостях можно ознакомиться в телеграм-канале «Бородулин.эксперт». Оставляйте комментарий к данному ролику.